села в машину, жду девчонок. Отнесла уже вазон, все сдала. Получила там недостающие косметические штучки для Кати и для меня пришли. Вот. Пока сижу, жду девчонок, чтобы время не терять, отвечу на комментарии. А Виктория мне написала там под видео, где Мишка у меня выпендривался, помидоры-то отколупывал с пиццы. Говорит, можно делать отдельную для него пиццу без всего или кусочек пиццы без помидор. Все бы хорошо, но у него, короче, интересы и вкусы меняются. В прошлый раз он, наоборот, ел помидорковую пиццу, хотя для него я сделала грибную. А в этот раз он сказал, что он хочет мясную. А она всего одна была, потому что ее как бы только Саша ест и девочки. Их вообще не угадаешь, если честно. Делала пиццу с сердечками. Думали, будет есть один Саша, но максимум я с ним. В итоге эту пиццу полностью съела Катя. А мне она не понравилась. Не угадаешь. Вот сделаешь так, без вообще без всего пиццу, и потом она будет, как говорится, болтаться. А он будет есть с помидорами тогда. Вот поэтому как бы я не заморачиваюсь. Хочет есть, ест так, как хочет. Ничего, как говорится, отдельно не стараюсь сделать. Единственное, что я делаю ему отдельно, это каша. О, Лиза наконец-то выплыла. Ура! Хоть одна. А что, закрываешь-то? Лиза! Лиза! Катя же идет! Что закрываешь-то? Катя же еще. Мишки взяла штаны. Вон. На переодевание. Потому что те, которые в прошлый раз одевали в саду. Ты хитрая, уселась на переднее сиденье. А Катя-то где? Они там что-то одеваются. Вообще так-то уже 5 часов. Я с вами договаривалась. О, вон она, Катя. На 5 часов. Долго. Ну да. В принципе, она не сильно долго. Нам сейчас надо Мишку забрать до 7. Ой, до 7, говорю, до 5:30. Катя, шевелись, а пожалуйста, солнце мое. Мы тебя чуть не забыли, Катя. Толкай им, толкни ей дверь, Лиза. Убирай телефон, сказала. Толкай. Кать, ты держи за ручку, она будет толкать. Да не за ту ручку. Проблемы с дверями, понимаешь ли. Все, готовы к самбо? Я готова, взяла с собой. А ты? Спать не хочу. Иди спи. Почему? Все будут спортивнее тебя. Не буду. Да. Так сказала. Да. Как твое занятие первое в этом полугодии? У меня все плохо. Почему? Я не хочу учиться. А что ты хочешь делать? Жениться? Не. А что делать? Работать? На идолу учиться. Каким образом? Где на нее учат? Ну, следить за своим телом, научиться танцевать. А зарабатывать как? Переехать в Корею. В Корею переехать? А ты в курсе, что для этого деньги нужны? Их сначала заработать надо, чтобы туда переехать. И что, ты от нас уехать хочешь? Да. Вот так, значит. Зато не на моей шее. Это вода! Так, не отвлекайся, Мишенька, не отвлекайся, пристегивайся. А ты не отвлекай, братца. Сока. А тебя-то сразу. Ты готов? Это вода с местным. Миша! Это не вода с соком, это просто вода уже. Кстати, а кто взял воду еще? Лиза, ты взяла? Я не взяла, я забыла. Ну ты даешь. У вас пол-литровая бутылка на всех? Ты все, готов? Поехали. Да что ты страдаешь, дочек? Лиза страдает, говорит, Катя и Миша полные энергии. Идите. Я-то не пойду, меня туда не берут. Так, выходи, бери за руку одну из сестер. Миша! Миш! Миш! Что он там потерял? Я нашла. Дарю. Она упала. Закрывайте уже дверь. Миш! Миш! Тренера слушайся, понял? Делай то, что тренер говорит, чтобы быть чемпионом. Все, шлепайте. Ну, ему уже вроде даже понравилось. Я надеюсь, что его эти занятия дисциплинируют. Как думаете, проканает?
И Катю тоже. В общем, вся семейка веселая ушла туда. А я могу ехать домой. Не хочу ничего готовить, если честно, но придется. Едем домой варить макароны. Первое хотела сделать, уже не хочу. И делать быстренько курицу в кляре. Она там маринуется с самого утра. Сейчас быстренько яички взболтаем. Туда сметанки, немножечко муки, соли. И... А нет, соль не надо. Нет, надо соль. И быстренько обмакнем, поджарим. Будет все готово. Поехали. Хотя, честно говоря, я получше легла и повалялась. А потом все сделаю, и их забирать уже надо будет. 2 часа у них тренировка. Что из косметики пришло? Мне пришел вот такой вот консилер необычного оттенка. Посмотрим, как он мне подойдет, не подойдет. Катюшке пришла вот такая вот тушь. Extension Volume какой-то там. Короче, от Evelyn. Вот такую еще пудру я заказала. Сейчас распакуем. И для карандашей заказала эти точилки, короче. На обычные точилки для обычных карандашей. Поточить мне карандаш, у меня коричневый есть. Карандаш не получилось. То ли с карандашом что-то не так, то ли точилка все-таки должна быть специальная для косметики. В общем, сейчас я открою, покажу вам. Пудру. Такая вот она внутри. Рассыпчатая пудра. Так. Ага, это типа подушечка пудрится. У меня фактически осознанная первая это пудра. До этого я только в подростковом возрасте ее пробовала. Как открывать, не знаю, блин. И чё? Здесь вот какие-то дырочки и чуть-чуть продукта. То есть как? Вот так вот, а потом на лицо? Не совсем понимаю, как она должна действовать. Как оттуда продукты выжимать? Ее надо как-то открывать. Короче, кто знает, напишите. Короче, я попробовала, но ничего толком не поняла. И консилер сейчас вот попробовала нанести. То у меня к вечеру уже круги. Но, по-моему, он мне по цвету не очень подходит. Хотя, может быть, надо подождать, пока впитается. Круги он перекрыл. Но такое ощущение, что он на лице прям виден. Ладно, сейчас подождем и посмотрим на себя еще раз. Ну, а пока что будем делать кляп для курочки. Уносим. Времени мало. Хотелось бы еще отдохнуть минут хотя бы 10. Просто посидеть, ничего не делая. И глядя в телефон. Ну, вроде он у меня немножечко впитывается. Короче, из меня такой этот визажист офигенный. Вот есть у человека что-то, что он не умеет делать. Есть что-то, что он умеет делать, у него классно получается. А есть что-то, что он не умеет делать. И как бы он ни пытался, у него никак не получается. Вот у меня с косметикой пока что такая фигня. Может быть, просто я делаю что-то не так. Может быть, просто не дано. Ладно, берем контейнер и делаем то, что дано. Вкусные курочку в кляре. Пару кусочков себе паровых поставлю. Нет, 4 поставлю. Вдруг лиса тоже будет. А остальное сделаю в кляре. Ну что, готово. Макарошки сварила. Это я остатки кляра превратила в такие оладушки. Вкусненько будет доедать. И сами курочки в кляре здесь. Так, это убираем. Посуду я тоже почти всю перемыла. Уже новые наорганизовала тут. Вот. Сейчас едем за детьми. Едем за детьми. Уже пора. Между прочим, помните, как холодно было с утра? Вообще, дубак. Сейчас уж не так холодно. Можно сказать, у нас потеплело. Ну, теплом это не назовешь, потому что у нас все равно минус. Сейчас покажу. Все равно машина греется, как говорится. Поэтому покажу вам температуру воздуха. Минус 4 градуса у нас вечером. Сейчас почти 8 часов. У меня всегда часы идут немножечко вперед, минут на 10. Так, чтобы Света чувствовала себя уверенно и не опаздывала. То есть осталось 10 минут как раз детей забрать. Они там закончат, оденутся. Темнота на улице, смотрите, ночь. А Мишка еще домой не вернулся, представляете? Ну ничего, он с удовольствием пошел. На самом деле, понравилось ему, похоже. Сейчас посмотрим, что скажет. Вот. Все, я в ауте. Лично я хочу спать. А я еще влог не монтировала, как обычно, блин.
И я не сделала карточки товаров, их я буду делать завтра. Тупо не успела. Хочется все делать быстрее, а не получается. И опять бензин кончается. Уже вместо 4 делили 3. Ну ничего, в среду снова заправляться, так что нормально. До среды хватит. Скорее бы уже зарплата. В этот раз Сашина и моя должны прийти 13-го. В пятницу. Сегодня понедельник. Вторник, среда, четверг. И в пятницу уже будут деньги. И это хорошо. До 15-го ждать. Нет. Я надеялась, что придут многодетка и ежеквартальные. Но что-то они задерживаются. Похоже, придут позже. Ну, пособие. Что-то как-то мы вот с днем рождения, с низким экзаменом. Вообще впритык как-то вот. Хочется же, чтобы финансы поступили. Еще плюс с моим развитием бизнеса. Ладно, поехали за детьми. Машинка прогрелась. Достала. В смысле она тебя достала? В прямом, она меня била. Катя, да, била сестру? Надо было бросать. Она еще. А? Я не вру. А еще я сказала тренеру, что она не хочет заниматься. Она реально не хотела. А она обвинила, что я не хочу может, заниматься. Может, это ты не хотела? Я только тебя повалила и случайно задела. Ты сразу все, я обижена, я не буду с тобой заниматься. Ага, случайно ты задела. Ты, там тренер еще вас не исключила? Да. А? За вредность. Мишка, а ты я как занимался? Собой. Он занимался. Он занимался? Он здесь на курки вот эту вот шею отвечать он не делал. А что кувырки не делал? Это же круто, вот трюки. Стояла, ну ничего, скоро будет делать. Да, Мишка? Сможешь? Не хотел. Трюки делать, ты что? Мишка? Не хотел. А надо. Мишка, а ты знаешь, что скоро будут соревнования, и туда возьмут только тех, кто хорошо занимается? Я на соревнования не приду. Тебя могут назначить? Нет, тебя не будут. Заниматься спортом и не ходить на соревнования сложно. Давай. Куда, воротник? Потом а будешь... Так. Ну как, расстегни. Или так вытащи. А что вы воротник-то под штаны запихали? Это он. Дай. Не надо. Можно вот так его вытащить. Даже больше, чем... О! У меня для вас... Меня нету здесь. У меня для вас есть сюрприз, Миш. Какой? Сейчас покажу, пойдем. Пойдем. Лиз, прекращай в одиночку его выпивать. Со всеми делись. А, это просто... Нет, это не сюрприз. Смотри внимательно, наверх. А, тебе не видно. Мы видим. На. Нет, это не сюрприз. Не сюрприз? Это не новенькое. А что, новенькое должно быть? Ну ладно, не хорошо. Знаю, тогда я забираю сюрприз обратно и выпью его нет. сама. Раз ты недоволен. Подожди, я зрителям хочу рассказать. Еще мы с Лизой нашли прикольную штуку. Короче, есть сайт, на котором любую фотографию можно превратить вот в такое вот. Спираль. Спираль. И теперь нужно, короче, у этой спирали, короче, эту всю спираль закрасить. Скажем так, обвести, и там, где, вот видите, спиральки толстенькие, закрасить. Ну, типа гелевой ручкой, например. А, кстати, гелевая ручка. Да, кстати. Вот. И получится картинка, которую загадывали. Причем мы все сделали в легком варианте, а одну, последнюю, сделали в сложном. Да, вообще она мелкая-мелкая. Лиза будет пытаться это сделать. Это скорее линером надо делать. Какую, мелкую? Да, но у нас нет. Да. Ручкой получится. Тонкой очень надо. Ты с кем ругаешься? Я на телефон ругаюсь! Что ты орёшь? Итак, первый. Выбери Пать цвет пора. Для первого. А? Выбери цвет для первого. Ну. Я не знаю, что там. Ты не знаешь, что там? Я не знаю, что там. Давай. Просто наугад выбери. Вот это. Хорошо. Лиза, только, пожалуйста, тарелки унеси с кровати. Имей совесть. Поела на кровати, убери за собой. Вот это, да? Да, убери с кровати. А ты не ругайся на телефон. Готовься ко сну. Угу. У тебя завтра в 8 утра занятие, помнишь? Не знаю. Давай. Все включилось? Чего ты ругалась? Он тормозит так же. Ну тогда ему зарядиться. Он зарядкой занимается. А
а ты на него наседаешь. Тебе уже пора отдыхать. Сейчас. А не психовать. Я, короче, ролики смотрела, и на Конора наткнулась. И он там рассказывал про рисунки спираду. Погуглите. Это я вам на экране напишу название сайта, на котором это делается. Вот. Тоже зайдите, попробуйте сделать фотку. Я думаю, что детям будет интересно.